Сейчас подожди, сначала побудешь, послушай. После занятия. После занятия, да. Она ждет. Может, я когда он взял чужое место, на глухонемых. Ты глухонемаешь, что ли? Давай. Так, проходите на скамейку. Отодвинь ее подальше. Так, проходите на скамейку. Вот она, рядышком. Подальше, по самой конец скамейки, чтобы не было. Поплотнее. Так. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живой даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живой даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живо даровал. Батюшки нет? Он машину освещает? Да. Отец наш небесный, мы просим этого благословения. Прибудь с нами. Мысли подними к горнему, к вечному. Не дай нам уклониться от Тебя, научи нас слышать голос Твой, потому что все временно исчезает так быстро и скоротечно оно. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Ну, пока батюшки нет, мы тут посмотрим, расправимся. Значит, мы сюда последние известия, какие у нас есть. И вот, что у нас было на неделе, коротко. Что ваше, кто звонил, вы сами о себе скажете. Я говорю то, что мы. Мы готовимся к поездке. Для поездки нужно благословение Божие и средства. И вот сейчас подходит, сегодня считают многодетная семья, если 3-4 ребенка. Многодетная считалась семья, когда 10 ребятишек и выше этого. Вот так планка понизилась сегодня. Вот у нас в семье, у матери было 12 детей, 10 живых. Она мать-героиня, прислали такую звезду мать-героини. Считалась многодетной. Другая 8, она вроде там наполовину только так считалась. И вот из такой по нынешней меркам многодетной семьи сейчас подходит отрок, и что-то в трубочку свернула, я со слепу не пойму, а что это такое? А на поездку вам? Ну-ка сколько, посчитай тут. На поездку? 300. А? 300. 300 рублей, это деньги. У русских так, все и сразу. А евреи говорят, по копейке и скоплю сколько надо. Для нас это, ну, 300 рублей на заправку. Кто ездит, что это? На затравку? Нет, на заправку. Но это дорого. Ну, 10 литров. Это люди, а? 10 литров. 10 литров. 10 литров? Ну, да. Вот 10 литров уже, слава Богу, я не знаю никакие. Знаю только то, что даром нигде ничего не дают. Сначала о средствах скажу. Я говорил, что у нас назначена Людмила Степановна, она тут этими делами заведует, финансами. Финансов нету, она всегда счет, ни одного рубля нет, нигде нету вообще. А что снимает у нас с общей здесь
висит ящик, у нас с тарелкой не ходят, ни крещения, ни свечи, ничего, у нас торговли нету, ноль. Почему? Есть десятина. За заработка, за остатка платится десятина. Это вот все, святая десятина устранила всякую торговлю. Сумки там уберите, продвиньтесь туда. Я говорил, кто может, накапливайте, в течение года объявили. У нас поездка самая длительная предстоит, самая дорогая и самая продолжительная. Длительная по расстоянию. То есть мы в 50 тысяч километров не вкладываемся даже. Ну, коротко, чтобы знали, значит, нынче идем мы через Турцию, должны пойти. Афины где? Посмотрите, где в Греции Афины. И главное, ломается график. 5 числа, то есть 4 в 24.00 мы должны пересечь Шенгенскую зону в Грецию. Пройти через Грузию, сейчас Северную Осетию. А там переплываем, вот этих переплываем где? У нас 4 раза переплывать. Ла-Манш в Англию переплывать. Где в Данию, Рижский залив. То есть это все 4 раза. И везде такие деньги, и все в евро. Ну, надо понимать, меньше 380 нету евро. Только один. В одном месте нам шилкнуть по воде. Какие это деньги-то? Я говорил, накапливайте, кто может, будете с нами участниками. Но оговорка была, если кто-то сомневается, что правильно его деньгами воспользуется, не давать, такие деньги нам не нужны. Только на 100% уверена, что я их не проем, не пропью, не проезжу зря и не проблужу. То есть это все на дело Божие. Вот собирают и, ну, подходят там тысячу. Конечно, я всем благодарен, но надо понимать, что такое. Мы, чтобы тронуться с места, чтобы только доказать, что мы дееспособны, мы сразу должны были за где-то отметить через кассы 6000 евро. Ну, умножайте на 50. Ну что же, 300 тысяч. Это только затравка. То есть мы даже 800 тысяч не вкладываемся. Едем мы с миллионным грузом. И были вопросы, которые все Господь решил. Но внезапно один вопрос возник такой, который никто не может перешагнуть, который поставил под удар всю поездку. Это за последнюю неделю. Деньги. Вот собирали сколько. Я сказал, Людмиле Степановне, говорите сколько, а уже в последние два воскресенья, сегодня последнее, послезавтра мы выезжаем. Ей скажите, что в наличии, если принесите. Приносят. Сбор очень маленький. Просто мизерный. Никуда не выйдешь с этими деньгами. Но мы-то делаем для Бога. И вдруг абсолютно незнакомый человек. Совершенно я с ним даже переписки его не знал. Он, ни слова не говоря, переводит деньги, даже не уведомил. Я прихожу на почту, а там деньги не мои. Сразу 200 тысяч. Это уже что? Это с места мы сразу сдвинулись. В прошлом году было точно так же. Остается 3 дня, денег нет. И вдруг совершенно незнакомый человек, теперь могу назвать его, Дмитрий Булкин с Калининграда. Совершенно, абсолютно незнакомый. Даже пару слов не сказали. Можем вам перевести деньги? 100 тысяч сразу скинул. Нам негде было остановиться нынче, ставки нету. Мы не знаем, где Смоленская область, Калужская область или севернее Москвы взять. А тут Украина бунтует, мы не можем издвинуться. Где? Белгородская-то. И он тысячи километров едет и образует все. И большой контейнер морской. И проводит туда свет, Калужская область. Все по всем правилам. Все заготовили. Сфотографировали, 11 снимков прислали, готовы принять. Мы на неделе, знаете, машина наша ушла, мы загрузили ее здесь, приходили сестры, братья, все, как всегда, дружно. И там они успели 5 человек собрать. Человек, который возил, его Алексей звать, вы его запомните, он второй раз у нас увозит груз. Если еще у нас будет путешествие, только одно, и то не полное. Я сейчас полный объем книг узнал, где мне не хватает, но и лежать они не будут, остатки я... Если Господь благословит, продление жизни. Она половинная уже будет миссия. Книги некоторые полностью кончаются, кончаются с этой поездкой. Вот довезли, разгрузили и дали отбой. Он поехал дальше. У меня первый вопрос был, первое открытие визы, второе, ставка где? И третье, чтобы сердце Николая Курщина, не знаю где он, было расположено к этому. Все, Бог устроил. Так, батя, дайте мне слово, пожалуйста. Так, следующее, значит... Еду я на Троицу. Троица будет 8 июня. 7 июня в субботу. Это родительская поминальная суббота. Значит, в обычное время 8 часов у нас будет здесь поминовение усопших панихиды.
Какой день? Ну и вечером, и утром. Суббота, вы сказали. Так, ко мне какие вопросы есть? Я еду сейчас Александру Ивановну посетить, она просит очень. И еще благословить одну квартиру. Батюшка, просто принесли. Так, принесу сейчас. Батюшка, вы приедете после сюда, как вы приедете? Да, конечно, наверное, да. Если Господу угодно будет, все благополучно, то приеду. Так, ну что, никаких ко мне нет вопросов? Видишь, как хорошо. Ну, слава Богу, тогда я поехал. Все, благословляйте. Александра Ивановна, привет. Назад вернусь еще. Назад вернусь. Все, тогда поехал. Ангел хранитель. Ну, батюшка делает свои дела, которые ему положены. Никто этого не сделает. Понедельник. Вот это, 7 июля, понедельник. Все. Я сейчас не закончу этот вопрос. Так, кто участвовал? Даже по одной копейке положили, я всех благодарю. Во имя Христа вы это сделали, эту лепту Господь сделал, говорит, она больше того, кто там дальше перечисляет. Но я напоминаю, что у Бога есть столько людей. В моей жизни были такие изменения. Моя жизнь была такая необычная, биография такая корявая. И когда спрашиваешь, что самое главное в моей жизни, самое главное, я мог бы показать вас в первую очередь. Это самое главное. В общем, к этому я относился. Что из мира пришедшие люди, незнакомые, мы сделались родными и близкими во Христе. У нас сегодня многие куда-то утром надо дела свои делать, так что остальные заходите сюда, садитесь. О, Виктор Андреевич, позаботьтесь, чтобы в коридоре не было. Марина там все же найди сюда, призови. Что в моей жизни встретились, я узнал так много у Бога добрых людей. Добрых, по-христиански добрых. И они именно мне встретились и приняли участие в моей жизни. Я узнал, как много у Бога этих людей, о которых мы не знаем. Это то, что было показано, как в книге «Отец Арсений» говорится, когда он был в морозилке, и перед ним огнились, загорелись. И он удивился, это все люди, избранные Богом, а я и не знал, тайные христиане. Я уезжаю, мы с братьями, я как бы от лица их уже говорю. Вы на дорогу-то взяли с собой, нет? Ну, у нас есть сухие только, несколько штук можно оставить. Оставьте сразу, берите сколько. Да, три хотя бы. Оставьте побольше. Нет, шесть. Возьмите побольше. Знаете, возьмите, семь, вы же на долго едете. Семь, батюшка говорит, семь. Ну, я не посмел так. Подожди. Мы тут на месте не еще пойдем. Я закрою, чтобы не спушался юноша. Закрою. Видите, как Бог восполняет нужду. Может, у нас еще не до конца, еще что-то где-то потребуется. Но самое главное то, что мы увидели, что путь наш угоден Господу. Мы имели затруднения, враг препятствовал с получением шенгенской визы. Это на всю Европу, кроме Англии. Очень хорошая, которая в визовом центре работает, Марина здесь. Я ее фотографировал даже на память. Она работает. Была допущена ошибка, мы даже не знаем, ею или нами. Фотографии должны быть, чтобы по тому, когда она была сфотографирована, прошло не больше полгода. А мы прошлогодние приложили, и нам уже из визового центра Германии вернули, не из визового, а из консульства Новосибирска. То есть мы как бы продлили срок в два раза. Теперь заново мы сфотографировались, и заново наши документы послали немцы. С какой точностью работают? Сказано две недели они вернули. У нас сейчас вот какая большая неприятность в этом деле. Мы остались без паспортов, и у нас вообще ничего нету. С чем это связано? Когда мы были в Новосибирске, зачем ехать-то? Мы же не ездили. Англичане так сделали, что только самим надо приезжать туда, и там снимают отпечатки пальцев, роговицу там. Ну, то есть нигде этого нету. Ответить надо по-английски, онлайн называется, непосредственно там 104 вопроса. Ни одного вопроса эти не задают, ни немцы, никто не задает. Вся Европа не задает, Англия задает. Почему? Лезут туда люди, этот туманный Альбион, всем, что там, не знаю, но нас ждут, там множество встреч может быть. Ну, с нас все взяли, документы приняли, значит, мы ничего не нарушили, заплатили деньги, документы отослали, 3 недели, 2 числа мая мы были там. Прошло время, уведомления нет и нет нигде. Вчера только, я не знаю, кто сказал это, что у них там затор.
Это я только в отчестве узнаю. В английском посольстве, где разбирают в Москве, не, нахлынуло, не, в прошлом году 200 тысяч только было, виз выдано. А нынче там они захлебнулись, но не отказывают. И, значит, наши где-то на общем уровне застряли. Самое неприятное будет такая, что мы завтра, это, во вторник, будем в визовом центре, где сдали, и скажут, их нету, мы ничего не можем сделать. Они нам уже ответили. Тут большую помощь Виктор Петеримов все оказывал. Он за этим делом следил. А там стандартно. У нас ничего нет от посольства. А посольство, чтобы позвонить, надо заплатить там 1,5 евро за одну минуту. А там возьмут или не возьмут. И кто там будет разбирать наши? Надо непосредственно туда. Как, что мы не знаем. Я позвонил в Москву к отцу Кириллу Сахару, там или совет, чтобы сходили и заблокировали, не выпускали. Мы поедем туда, а они в это время паспорта гальнули туда, и мы найдемся в пути. Мы приехали в Москву, они скажут, что мы отослали туда, назад же мы не поедем. Дальше, продолжение этой операции. Я звоню племяннику в Новосибирске, чтобы он пришел на встречу. И мы его делаем своим доверенным, выписали 3 доверенности. Там такой порядок, что все должны снять мы первые страницы паспорта, он свой. И мы поручаем ему каждый день там быть, и как только они появятся. А это ему проверять надо 3-4 дня, пока мы туда не приедем. Когда приедем, и мы там заблокируем. Я уже не говорю, откроют визу или не откроют. Хотя не открыть, ну просто совсем никуда не годится. Во-первых, у нас приглашение. Выступить там среди верующих, от какого-то пастора англиканской или какой церкви. Которые идут, у них никого ничего нету. И едем мы всего на 10 дней, а там больше 5-то дней не будем. Притом у нас видно открыта шенгенская зона. Мы не первый раз за границей. Это все положительные факторы. Но наплыв туристов, паломников, вот такую беду нам сделали. Говорят, что чемпионат мира по футболу. А? Чемпионат мира по футболу перенесли в Англию, и туда лезут нет, все. Нет. Я не знаю, про Олимпиаду говорят. Знаешь, Игорь, для меня все сконцентрировалось. В одной просьбе, Господи, верни нам паспорта. В Бразилии она остается. Верни документы. Прямо Господи, в Бразилии. Это не многословие. Нет, верни, нет, потому что мне говорят, если путь ваш был не угоден Господу, сколько было препятствий, все до одного, ставка есть. Николай согласен. Виктор на работе задерживается, вот он снимает. Виктор, это наш репортер. Вот. И он договорился, он учитель. Раньше отпустили его там. Ну, получили визы на Шенген. За нас заплатили страховку. Англия сделала приглашение. Там платят за нас все. И говорит, в Финляндии мы поможем тут и соберем деньги. То есть везде у нас. Но график жесткий. Мы должны встретиться где? В Греции, в Афинах. 5-го переедем. 8-го просят обязательно, чтобы во Франции выступить. Англия с 10-го числа. Дальше мы поворачиваем, идем через Испанию, Португалию, до Атлантики. Возвращаемся теперь по центру Европы, должны пройти Швейцарию, Люксембург, всю эту мелочь. И дальше через Данию. А я говорю, заранее надо заказывать паром, когда поедете. Когда заранее, когда вообще ничего нет. Их откуда как заказывать, мы ничего не знаем. И находятся люди, которые нам все это пишут и дают данные телефона, встретить, сопровождать нас. И говорят, если путь ваш не был угоден Господу, значит, то бы вы не сделали. А это даже нельзя назвать какие-то препятствия, как обстоятельства, или дождь прошел. Вчера была вот буря прям буквально. Ну, кому какой ущерб от этой бури был? Поднимите руку. Сильный ветер вчера был. Какой? Ураганный, я бы сказала. Сорвал весь укрывной материал, помидоры поломал, даже малину толстую ветками вот привязаны. А у нас рядом тополь стоит. Вот было наклонное дерево, я ходил в администрацию. Там сестра ходила, и они прислали тут машину, подняли, спилили. А вот рядом тополь, и он ломает сучки. Один сучок, он где моих руки толщиной-то. И бабахнул в окно, и окно выбил тому. Я не знаю, это окно, и он стоит, этот тополь-то. Может побеседовать, да заколотить его наглухо. А у нас свет там горит. Ну, то есть, обдумать надо этот вопрос. Вот с той стороны, первое окно, где сидят люди. Тополь лучше убрать. Обсудите без нас. Михаил, обдумайте, с батюшкой посоветуйтесь. Потому что сучки эти будут лететь, там видно, что это большой тополь. Так, мы уезжаем, поэтому Николая нет. Я как бы от лица всех прошу, у всех прощения. Меня простите. Если что имеете ко мне, ну, подойди одному, выскажи. Мне это не надо. Открыто высказывайте против меня. Я ухожу, и может навсегда, никогда больше не встретимся. Вы понимаете, что это такая повестка, где мы идем? Украина намертво закрыта оказалась, поэтому мы через нее не ехали, только через Турцию показали нам проход. А это мусульманское государство. Идем с той стороны Черного моря, еще даже не думали. Ну, а как? Не знаю Бог, я только одно отвечаю, Бог. А у Бога все это вымерено.
до единого часа. Значит, нам нужно будет усиленная молитва. Всех, кого сами знаете, всем напишите, чтобы нас поддержали молитвой. И это дело устроилось первое. Господь вернул нам паспорта. Даже если английский не откроется, хотя не открыто, да никакой нету причины-то. И они заранее говорят, если не откроем, то не объясняем вам причину, а деньги не возвращаем. Ну так можно набрать миллион этих паломников и никому не отвечать, гонять обратно паспорта. А Германия все возвращает и все как есть. Ну это их дело, нам проехать. Я против Англии не говорю, а то они совсем меня не пустят. Вот как говорят молиться, вот это новая молитва. Чтобы Господь открыл нам путь. Дверь открыта широкая, и противников много, апостол Павел говорит. И о чем он рассуждал? Говорит, иду в Испанию. Мы сегодня впервые подошли к исполнению слов апостола Павла. Идем в Испанию. С Испанией у нас самая неблагополучная обстановка. Никого нету, только Национальная библиотека Мадрида. Везде появились люди, и в Италии, и везде. И приглашают, и телефоны дают, и настаивают, что мы людей соберем. А тут никак, не получается. Это особо католическая страна такая. Все там видения, все эти Фатимы. Это Португалия хотя. Вот. Нынче 7 июля падает на понедельник. А у нас крещение в Потеряевке в первое воскресенье, если на 7 не попадает, то есть 13-го. И поэтому люди, которые к нам приходят, и которые не имеют полное погружение, и доказать этого не могут, у нас это строгое правило. Написать заявление. У вас кого-то двоих изберите, мужчин, женщин и женщин, поручители, чтобы они с вами отдельно занимались. У нас от 3 до 5 лет подготовка идет. Но так как вы уже церковные люди, ходили, знаете, это вот как раз этот месяц вам будет на подготовку. Будет крещение. В крещении смываются все грехи человека. И так написано. Так написано. И человек рождается заново. Мы, говорит, спасены крещением. Апостол Петр говорит об этом. Быв погребены с ним крещение. Во Христа крестившиеся, во Христа обреклись. И крестить себе в смерть. 13-го. Кто намерен приблизиться, по слову Божию, ну, вам есть, ну, к кому обратиться. Здесь батюшка. Подавайте заявление в писанном виде. Образец заявления у нас есть он в книге «Письменного православия». Посмотрите. Что такое-то, так-то, привести порядок в семейную жизнь и все остальное. У нас очень серьезно относятся к делу спасения. Вы видели. Так. У нас больных? Я не знал даже сколько. И мне на мысль пришло посетить перед отъездом их. Ну, Татьяна маленько замешкалась. И чего она замешкалась с пирогами? Да еще они там вроде не готовы. Я говорю, я люблю всегда рано уходить. И мы опоздали. Опоздали в одно место. Оля Сыпакова, не знаю, где она. Вот. У нее мама больная, Надежда. А Оля в это время какая-то комиссия на работе. Но мама позвонила, когда мы были у Чернявской с Татьяной. Очень рада, я хотела так, но не получилось, но от нас не зависит. Были у Анны Кузьминичны, хорошее настроение, их две Анны. Одна оба возраста, почти через коридор живут, видно, от отца, от матери там, какие там, родственники. И были Валентина Ильинична, Фоменко. Ну, вы знаете всех людей. И она тоже, рука трясется, достала 1000 и 1000 подает, я сфотографировал, всем покажу, какую лепту. 1000. Так это дороже, может, миллиона. Еще нет, и побеседовали, поговорили, просились. Думали мы еще кому-то идти, одна сестра наша вот сидит, Лидия Павловна. Я давно хотел у ней побыть. С ее мужем у нас давнишние хорошие отношения, он много помогал, мешки доставал. Но она оказалась болящая, ее подняла дальше. Сказали, надо вот к Кунагаевой Марии поехать. Я говорю, она приходит, мы ее за больную не будем считать, иначе она сляжет. И она сегодня, слава Богу, явилась, видишь, как цветочек расцвела. Ну, а остальных, кого не знал, не посетил, простите. Просто возьму. Да. Братья и сестры, хочу вас поблагодарить за молитву. Моя болезнь еще не прошла. Сколько вы не знаете, поможет вам Господь. Я не надеваю сегодня даже это, потому что взял его, только распечатал, он пикнул, заглох и все. То есть он, видимо, быстро улетучивается с него, новую поставил. Батарейку надо посмотреть. Есть что или нет. Теперь, у кого какие советы, чего мы с собой не взяли? Приносят разные зернышки там где-то. Это когда мы едем в пути, у нас двухразовое питание.
И мы дорогой подкрепились, и все бывает, там купим сушки, там что-то такое, чтобы вода у нас есть. Какие-то советы, может быть, еще будут. Все, кто помогал, кто что-то приносил, мы верим, что все это чистое. Было даже промытое, там, я не знаю, курага, мы просушили, нашили сумочек, вот, чтобы, вы видите, уже завалили даже сумочками. Это все доставляет нам удовольствие. Сестра Татьяна Сергеева. Все помогали, приносили. Сказать, что был кто-то против и сказал, да зачем это нужно ни одного. Ну давайте сядем, чтобы этого не надо. Не надо ничего, значит ничего и не надо, ничего и не будет. Это дает очень большой стимул людям. Нынче был год необычный тем, что по интернету пришли несколько руководителей разных сект православия, наткнувшись на наш форум. Поэтому новенькие люди, знаете, у нас есть сайт, есть форум, и мы давали визитки, заходите, YouTube. Это огромное поле. И те годы, которые я только насчитывал на пленке, катушки были, все еще продолжают люди где-то слушать и приходят. То есть книги работают, и с разных сторон поступают сведения. И сколько вот нынче обратилось, все затребовали по полному комплекту. Но это я продаю. Продаю, хотя это не полная цена, я говорил. Вот. Книг мало. Без меня две книги не прикасаются. Это стихи и симфония на жития. Где у меня кто книгами-то занимается? Галина Николаевна, где она? Ее нету? Нет, в коридоре. А почему она в коридоре? Я сказал, что там не было. Это Марина там блокируется. Найди сюда. Она обычно никогда в коридоре не сидит, может, ушла. Ну да. Есть люди, которые не заходят, они кое-кого блокируют там в коридоре. Другой раз смотрю, набьются там, обедать начинают. Это нехорошо. Это трамплин выйти из общины. Дела общины не уже, это уже на краю стоят люди, которые. Ну это один раз бывает что-то там, а если это постоянно и нет здесь, то есть они не нуждаются. Пришедшие не по причине благовестия. Еще раз пройди до самой кухни, пригласи их сюда. Так, какие предложения еще есть у нас, что с собой брать? Предложения. Так, садитесь, где можно будет. Так, Миша, ты старший? Ты знаешь, какая у тебя должность. Ты эконом, и ты за этим, за всем смотришь. Вчера я ему сказал, Михаил Петрович, он застеклил уже стекло. Это надо было стеклорез, у меня его нету. Застеклил, даже не узнаешь, даже лучше старого. Теперь когда там подмазать надо будет. Чтобы здесь ночевали каждый день. Утром, если в 6 часов кто-то придет, в 6 мы уже должны стоять на улице. Утром. Мы уходим рано, чтобы успеть куда надо. Так, я тут говорил с кем, вот у нас оказалось, торгует подшипниками Андрей, и Николай ему сказал, он сегодня привезет уже, ну, да просто дает. А, вот он, Андрей, я не вижу, прости меня. И посмотри там, что есть, с избытком, да, вот какой-то там конусовидный был в прошлом году, подшипник полетел у них, с собой брать. Это помощь, безотказный, где что скажешь, но о душе побеспокойся, потому что давно не причащался. А не причастие, это нет жизни. А причастие тут такие разговоры, там одни считают, нужно каждый день, другие раз в неделю, третий раз в год или раз в жизнь. У нас установившийся обычай, подтвержденный практикой, которую мы имеем и батюшка. 4 поста и 4 раза в году. Дело-то не причастие, а то, как ты подготовишься. А то это вся основа, Господь основал церковь на причастие. Это все выдумки поповские, нигде этого нету. Все основано на Христе, на его принятии. А вот кровь на Голгофе. Про Голгофу ничего не знает, а в чашу. Это попа выгодно. Он привязывает их к себе, чаша, а без попа нельзя. И тогда они ухватятся за рязку и волочатся за ним. Совершенно одуревшие делаются. Причастие делает взор чистым. Разум выспренним. Он нигде не привязывается, не злобится. Это человек очищенный разум. А эти причащаются, половина бесноватыми делаются. Это я уже знаю, и батюшка видел. А эти тайкованы что-то лазят там в храмах. Да причащались. Кладбище забито. Апостол Павел говорит, недостойно причащаются, потому многие больны и немало умирает. Вот пускай поп разберется с теми, кто болеет и кто там. А если не причащаются? Они причащаются вообще мертвец, труп. И не имеет жизни. А как? Подготовиться. Я напоминаю, а вы уже сами смотрите как. Я в прошлый раз говорил, что
что у нас занесена эта стекловата, она, правда, обрывками, наверху. Провести туда надо кабель, поговорить с кем. И заслать. Ну и сделать, конечно, проходы, и там немножко доски положить на них. Это утеплит как-то. Мы все туда подняли до дождей. Так, относительно окна посоветуйте, если может быть его заколотить так, чтобы вода не стекала. Подумайте. Так, мой самый главный наказ. Я прощаюсь с вами. Никаких предчувствий у меня нет, я каждый год прощаюсь, это хорошо. Никто не уйдите, кто хочет мне что-то сказать, чем недоволен. Если есть обличительное слово, что я сделал грех перед всеми, сейчас же встаньте и обличите. Вы же знаете, что у нас ни мщения нет, никто тебя преследовать не будет, и отношение к тебе не изменится. Я только поклонюсь и поблагодарю. У меня наказы вам будут. Наказы житейские я дал. Главный наказ. Мы по сегодняшний день не вошли в Московскую Патриархию. Они нас со всех сторон чего только не делают, затянуть. А мы им не нужны. Ведь когда батюшка два раза ездил в Америку, они подготавливались, там все России этот собор был, ну, всех стран собирали они. Речь шла о каноническом признании. То есть мы признаем патриархию, что благодать там действует, они признают зарубежье. Ни о каком объединении речи не было, ни одного слова. Но я знал, что это будет. И ставили на первое условие. Говорю, они могут принять главное обвинение. Это сергианство, вот это предательство, ложь и экуменизм. То есть они со всей религией перемешивают в одном котле. Патриархия может покаяться, а те пойдут на соединение. А получилось, они ничего не делали, они пошли на соединение. И они утопают в этом сегодня. Если они у нас сегодня будут здесь, речь идет не о том, хороший Максим или Сергий епископы были. Даже супер хороший будет, но он не значит, что патриархия покаялась в грехе. Они нас сразу размочалят и уничтожат. Поэтому мой вам наказ предсмертный, никогда во веки веков в патриархию не ходите. То есть вы можете ходить, можете причащаться, но не давайте им власти здесь. Мы их признаем, к нам приезжают их священники, служат в храме, мы все вместе, нас ничто не разделяет. Нас разделяет то, что они не знают служения Богу благовестнического. А вот ходи, причащайся, чаще ходи, чаще причащайся. Они за нами охотятся, они лгут, они обманывают, они жалуются властям, это сергианство в живом виде. Так, там кто-то есть, открой-ка. Нужно, чтобы слушали. Там никого нет? Нет. Ну-ка посмотри. Есть Юля там. Никого нет? Юля и дети. Ну-ка посмотрите, кто. Чтобы они слышали. Наказ. Это я даю наказ. Юля, иди сюда. А для этого вы должны быть светильником. Я повторяю, 51 год я несу это иго, проповедую в тысячах местах, и всех до одного направляем в храм Московской Патриархии. Это вообще загадка будет, загадка тысячелетий. И они против нас воюют. Когда приходящие здесь из сектантов, все до одного батюшками сделались, и все патриархии служат. И они против нас воюют смертным боем. Это вообще необъяснимое явление. В мировой практике этого никогда не было. Почему? Не вмещается труд Духа Святого. Они все только ходи туда, мы говорим рождение свыше. Рождение свыше — это полная капитуляция перед Богом. Грешник второй, признание Христа, который взял на свои, говорится, рамена грех и умер за нас. И третье, правильно, полное погружение крещения руками священника. Эти три ступени, они не знают, все нарушено. Пришел, подстоял, воцерковленное, окормление. Я иначе как гнилыми, подлыми словами это не называю. Ничего этого нет. Значение слова «окормление» имеет одну — перекормить, отравить. Откройте словарь уже, говорю. Воцерковиться, то есть научиться ходить, через какое плечо свечку подавать. Такого слова нету. Есть рождение свыше и чадо Божие. А дальше быть водимым Духом Божьим. Все на этом закончилось. А на этого потребуется тебе жизнь еще сверху. Молиться и ждать. Видели, какой у нас порядок? Там просто никакого порядка нет. Зашел, вышел. Переходить к нам, кто-то скажет, это можно, но слишком трудно. Патриархии нельзя переходить. Там любой за порог, из порога, никто не знает. Рот разинул, причастился, ушел. Там никто никого не знает. Мы вышли, все сидим здесь. Ну, есть кто не нуждается, там, а то он такой и есть. Он держится иной за мужа, иной за жены, еще теплится пока. Но мы им говорим об этом. Мы не молчим, не стараемся. Я буду молчать, и он тогда никуда не уйдет. У нас это не принято. В пророческом духе это значит говорить все, что есть, по слову Божию. Так, мой наказ, повторяю, никогда общему это не отдавать на растерзание патриархийным.
А как тогда? Никого не будет священника, причащайтесь в храмах, а сами по-прежнему, когда поста нету, все собираетесь, также молитесь и все. Потому что многие места молятся, где священников нет. И в патриархии, более в советское время вообще говорить не надо. Один поп на всю Россию. Большое внимание мы уделяем молитве. Учитесь молиться. Открывать свои желания перед Богом. Быть религиозно талантливыми. И видите, когда у нас молится, какие краткие молитвы. Вот кончаем мы молиться здесь, вот когда бываем здесь, поднимаем руки все и говорим: Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся на небе и на земле. Аминь. Этой просьбы не знают люди. Вторая. Господи, услыши и исполни молитву всех, кто молится о нас во благо нам. Мы просим всех молиться и всем объявить. И дальше третья молитва. Господи, услыши наши молитвы о всех, кто заповедовал нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Три молитвы. В коротких словах, которые держат нас на плаву. Молитва основа основ. Особая молитва об Украине. Вы знаете, что там город Донецк? А я с Донецком переписываюсь. Вот она говорит: у меня сын сегодня большой, он на поле работает, помолите, чтобы он вернулся живой. Мы смотрели кино, фильмы, сейчас война здесь, уже фильмы не смотрим. Мы видим, как разрывается, как у соседа убили. Что надумали одни там, девчонка какая-то за рулем, поехали. Что они хотели-то, не знаю, доказать я их не боюсь. Всех четырех убили. Четверо в машине, ее через сиденье и прикончили. Ну и что? Доказала, но другим урок. Война. Самая настоящая война. Вертолеты сбивают. Танки горят. БТРы. Какая причина? А тебе не надо знать это. Без воли Божьей это не бывает. Причины разные говорят. Вот там Янукович, там ограбили, и олигархи, Америка там закулисная. Я скажу, там собрались все секты, руководители. Какие только есть в мире, почти все там осело. А она сделалась, эта страна, вместилищем, говорит, всякой нечистой птицы. И вот наступила развязка. Но за ней очередь России. Здесь большой Майдан будет. Это все говорят об этом. Я этого не знаю. Госдеп уже объявил программу до 2018 года совершить Майдан в России. Но это они задумали. Они говорят, у евреев давно протоколы работают, но будет только так, как бы Господь сказал. Они оставляют золотой миллиард на земле. А всех остальных под нож и убрать. Но не будет этого. Будет уничтожено не больше 2,5 миллиардов людей. Почему? Написано третья часть. А это 2,5. А они замахнулись на 6. А 2,5, да, это будет уничтожено. Об этом говорит Библия. 2000 лет назад. Так что учитесь болеть, это великое благо. Болеть и не роптать. И умирать. Это счастье. Расстаться с этой едолью печали. А что сделать? Я тебе сказал, что сделать. Молиться, довериться Богу, жить по-христиански, исполнять его святые заповеди. У нас новость. Приезжает один человек и говорит: в Корчино возникла новая секта. А какая секта? Ну, один ходил, оттуда вышел. Я говорю: сколько там человек? 2 пока. А кто? Потеряевские, которые были. Женя Никитина и Галя Глушкова, говорит. А руководитель кто? Саша Муха. Зять сестры наши. Которого исключили за злостное нарушение 7-й заповеди. Против всего тяжкого. И это руководитель, как то ли приезжает, то ли по интернету, это мне передали люди, которые очевидцы. А как был третий у них, но вышел и говорит: я из этой секты вышел. А что, вас бунтовались против православия? Ходили, причащались, все. Начали лжемудрствовать. А дальше злоба, как цунами, захлопнула и все. 7 ребятишек подала на развод, развелась. В общем, ума непостижимо. Все кресты сняли, посты, все дало. Церковь православная от апостолов идет. Любая секта имеет начало с тысячелетия спустя. Церковь Христова имеет основание в апостолах. У них этого нет, а только разговор один. И это все у нас в роликах выставлено. Почему новые люди приходят? Я, говорит, стал смотреть, и правда, стал руководство спрашивать, еще этого нет. А как же вы причащали? Но мы и говорили вам, что это хлеб, мы не говорили, что это тело Христово. Так а мы же думали. А мы не говорили. Баптисты не учат, что это тело Христово. Это только воспоминания, только... Вот и все, больше ничего нет.
Сейчас у нас назначено, где быть, нужно войти в этот график. Сумеем мы или нет. Усильте на этой стадии молитву она, чтобы Господь нам вернул паспорта. Совершенно от нас это не зависит. Мировая обстановка такая, все кинулись в Англию. Там препятствия ставят, как будто бы, ну нигде так не принимается, таким трудом. Мы были в прошлый раз, где визовой центр, там Дания, Норвегия, Швейцария. И в одном здании они, в одном кабинете, как будто бы все сидят. И один человек, я зашел в зале, один человек. Я говорю, а где Великобритания? С той стороны. Я зашел с торца. Внутри забито и снаружи на кресле везде люди стоят. Откуда? Из Тувы приехала там целый класс или семестр какой-то. Зачем? Ну что спрашивать, зачем? Документы, все в руках. Препятствий никаких нет. Ну молодежь, но боятся, чтобы они там не остались. Какие родственники, женат, не женат, имеешь ли имущество, недвижимость, то есть даешь ли обещание, что вернешься, их там вылавливают, они остаются. Ну, жизнь другая, наверное, там. Вот так. Про наши книги, знаете, кто у нас, она знает цены, и когда это нужно, стараться полный комплект, не очень это расходоваться, потому что вы не знаете, откуда восполнять. Но если будут, Татьяна сумеет, то сделайте, когда просят. Но лучше дождаться меня, если я буду живой. Мы с книгами распорядились так. У меня вышло 38 книг из печати. Три книги были, 3, 4, 5. 5 книг переизданы вторым изданием, они еще есть. А остальные везде прятались, и сейчас не комплект. Полный некомплект. То ли больше брали, а продавали мы по одной книге. Ну, факт тот, что 15-го тома вообще нету. Но в 15-м томе как раз ваши все свидетельства, как вы обратились к Богу, пришли в общину. Видимо, брали для своих, и просто нету, и все. А 16-й с избытком лежит чуть не 30 пачек. У нас идут средства на ремонт машины. Машина почему-то сиденье неудобное, шоферу... Я не говорю, показалось, он знает, ему не показалось это дело. И он это сиденье наше снял, а купил, и видно, что старенькое какое-то, но оно ему подходит. И 3000, видимо, с чем-то даже может быть. 3000. Два раза уже были в сервисе. Они загоняют туда, что геометрия, проверить колеса. Подходит, поставил какой-то диск там, покрышка от тазика. Ничего не делает, с другой стороны так. У вас все нормально. Распишитесь, 650 рублей. Пальцем не задевал даже, ничего. Только свою эту тазик подставил, посмотрел. Я говорил, не ездите. Нет, надо проверить. Ну, колесо маленько, оно стирается не так. Ну, перемените на другое. Он про колеса спросил, он говорит, совершенно нормально, ничего не надо. Я его проверить не могу. А он мой карман проверил. Ну, что вы такие глупые-то? Второй раз пошли тоже что-то проверили. Там 850, тоже, говорит, ничего не делали. Ну... Шоферу надо это проверить. Ну и пусть. Полное масло-то тормозное какая-то. Все заменили. Там селеновые какие-то блоки были на этих. Все сделали как надо. Это и везде все рассчитывается, это кошелек. А хотя танцуют женщины и пьют вино. Это слово Божие нам говорит. У нас в интернете, там открой-ка еще, главная моя помощница Юлия Третьякова. Где она? Ну-ка покажись. Юля. Иди-ка сюда. Позови ее. Это наша сестра с Агафией. Так я прошу не бросать и вести, как ведешь. Особенно, когда, ну, видно, что имена человеческие или нет, роботы. Но Сергей прекратил, когда сказал, что дальше нужно говорить, они не знают. И роботы, ну, было 50, за два дня 100, а сейчас за два дня только два человека, два робота. Их так легко убирать. Как вела, так и ведешь. Я тебе большую благодарность выражаю. Она все ведет, и параллельный нашу страницу на Mail.ru, и ну все абсолютно. Где можете, отвечайте, копируйте, я давал много ответов. А ответы это почти все там стандартные. Много слишком. Спаси Христос. Благодарности я выражаю всем. Я сегодня подумал на молитве, если кого-то назову, другой обидится. Но я не могу только не сказать, что Виктор Петеримов, он у меня на первом месте. Самый молчаливый. Компьютер мне заменил и поставил, и монитор купил, и принтер, и денег не берет. Конечно, но для меня это не подходит. Я со всех сторон к нему подмылись узнать цену. Один раз все-таки узнал, деньги отдал. Прихожу домой, они в кармане лежат. Подкрался и в карман все-таки сунул. Вот, пожалуйста, не слова, а дела. Никакого краснобайства, нигде ничего нет. Где он, далеко? В
Показался бы хоть разок сюда. А то некоторого я, говорит, в обозе. В обозе тоже можно, но не всю жизнь в обозе сидит. То есть он все время берет на себя управление, что надо, ремонтирует. И когда бывает вирус, проникнет. То есть Алексей Загуляев вот с электричеством. Тут, ну, все помогают. Только это, Игорь, на сайте сделай, чтобы книги были доступны. Какой там программы просят, я не понимаю. Жалобы идут, что не снимешь никак. Я говорю о маленьких вещах, знаете, выставляют маленькие ролики, допустим, котенок, за котенком бежит там или что-то делает, а потом опять поворачивается, ну все там занимает 5 секунд, допустим, а то и того меньше, то хомячок плавает и все вот так вот. И вот показывает один ролик, я его хотел снять даже себе. Мужчина, не мужчина, парень, может, лет 18, крепкий, высокий, жмет на велосипеде. Ну это я без него могу ездить. Езжет по тротуару. А около здесь стоит фонарь от светильника. И он на полном ходу бросается за тот фонарь, за тот столб-то. А велосипед зажимает между ног. С велосипедом два раза по полному круговой. И сразу стоп, и опять крутанул и поехал дальше. Я такого не видал никогда. А когда он это крутится, показано там далеко фура проезжает. То есть это снимки, это не коллаж какой-то. И дальше он опять поддернул этот велосипед и опять жмет. И уже опять такой же фонарь. И он прямо буквально прыгает за него. Велосипед зажал за фонарь. А фонарь не выдержал, сломался, упал на него. И он лежит. И все говорят, неудачное пике. И там такие отзывы. И все его жалеют. А парень здоровый. А дальше уже не показывает. Ну столько юмора. Это юмор, то ему ударился об асфальт. Это вы, кто-то же снимал его, и он не думал, что упадет, и видно, что он не ожидает. Он ни руку не подставляет, а просто грохнулся телом и с велосипедом, и велосипед отскочил. То есть даже вот такое дело, и оно как-то сразу развеселило. Думаю, у меня все, только палец болит, а он ударился сейчас, я свое забыл. Несколько раз посмотрел. Так. Немножко еще добавлю что-то. Прошлое воскресенье одна наша сестра оставила мне детей. Двоих. Ну, я сам просил, говорил и все. И я скажу, что если бы она зашла, сама сказала, сестра, здесь это зайди, я кое-что спрошу. Воспоминания детей за неделю, какие у них были? Был разговор о ее их пребывании? Ну, был, понравилось им. Я говорю, что вам понравилось? Понравилось, говорит, по кроватям лазить. И каша манная. Тетя Таня особая благодарность. Она варила, да? Да. Вот. Что там они еще? То есть это они то, что больше всего. Дело в том, что мы успели, наша семиминутная молитва, два раза помолились. Занимались Словом Божиим. Это все между играми. Ну а лазь еще не мешает мне лазить. Да нет, у меня нары, ну то есть это палати, нары, трехэтажная кровать это. И они туда-сюда, я сумел ролик маленький сделать, маленько снял, но опоздал. Если бы кто-то снимал, как они рисовали меня, как мы рассуждали о том, как спустили больного на этом. Это я покрывало снял, ну и парня положили, а девушка-то не может поднять его. Я говорю, ну считай, ты воскрес, встань. И он тогда встал. Ему, знаешь, как запоминается это все. Вот это то, что были, я понял, что видно, что с детьми занимаются, но девочка более любознательная, чем мальчик. Ну, на каждом шагу. Вот, а что такое лес так увидел-то, щетки-то? А теперь как по ним молиться-то? Я когда помолюсь, крестик целую, она мгновенно его поцеловала. И как надо молиться, показал, как перебирать щетки. Для них видно, что щеток нету, они не знают их. Но видно, что любознательности у нее, их не надо было заставлять. Они еще увидят, спрашивают, а я за это тогда цепляюсь и начинаю разъяснять. Когда ребенок любознательный, эта дверь уже открыта к нему. Но никакого давления здесь не должно быть. Он должен в виде игровой формы, там, бывает, по прибою бежит учитель и детям рассказывает о животных и прочее. Тут надо подойти. Так я почему подумал это, сказал, может быть, вам на воскресенье-то детьми меняться, у кого есть? Чтобы твои там побыли где-то, а от тех взять и посмотреть, как они в этом коллективе, что-то заметить и помочь. Мысль эту примите, посмотрите. Потому что если дети не придут в Царство Небесное, вход ваш очень, как говорят, проблематичен будешь по этой вине. Приложить все усилия. Я-то беру детей, а моих-то никто не берет, кроме Игната Тихоновича. Да нет, да, дроботы у меня и мухи были. Потворствовать не надо ребенку. Гать, в лагерь. Показал. Лагерь, ну, я показал, как за столом сидеть, но это для них трудно было. Все остальное, ну замечания просто нету.
А я устал, и мне надо отдохнуть. Я думаю, ну как я сказать? Я сажусь на скамейку, значит, на табуретку, и вот так вот голову. И мне нужно 15 минут. Ну, мне уже 75, 10 июня. Юле надо сказать, чтобы она заменила 74 года на 75. Вот так вот. Ну как делать-то? А гляжу они рисовать. А рисовать чего надо? Я им поставил стакан. Ну, стакан, а не эту кружку. И тогда я сел вот так, рисуйте меня. Вот меня нарисовали, я сижу там, ну, не похоже, но я догадался, что это я, сказали. Я говорю, знаете, самое трудное у человека рисовать глаза. В глазах отражается внутренний мир. Поэтому я закрою глаза, а вы рисуете. А сам думаю, пока рисует, я хоть маленько подремлю. И они это приняли за чистую монету, что я тогда на полу лежу, а сам полулежа, голову вот так вот прислонил, я не с двух с этой стороны двое и рисуют. Фух, только я вздохнул, все, уже рисунки подали, еще подольше, чем фотографию. У меня этот фокус не прошел. То есть я в этот день забыл про отдых. Обычно, когда я устаю, видно, что сердце задыхается, надо маленько, ну, дать мотору отдохнуть. Не тут-то было, но я виду не подал, дальше пошли. Все снимки, которые нарисовали рисунки, я отдал, говорю, там, проверьте как. Просят бумагу, я дал большую, вот такую бумагу. Они там панораму начали рисовать. Светлых хоть не было такими. Дальше. Я сегодня хотел о проповеди, которая была о слепом. Много было сказано. Так, постарайтесь, чтобы сильно не кричали. Но есть такие моменты, которые я вот смотрю, сравниваю святых отцов, которые ну, вообще не затрагивают определенные эти слова. А в этих словах что-то есть. Раз толкования нет, я выпрашиваю у Бога и молюсь. Но то, что мне открыто, как я думаю, я должен в это русло ввести. Что их так тревожило, этих фарисеев? Чего они так забеспокоились-то? Ну, исцелился. Чего они вдруг так это стали? Допрашивают родителей. Родители отвечают умно из-за страха. И сегодня, когда обо мне спрашивают священники патриархийные, они из-за страха молчат, спросите самих таких-то и прочее-то. Причина-то вот в чем. Но почему их так это вело в беспокойство? Значит, этого не было. Но исцеление, даже подобное, есть у мусульман, есть у буддистов. И поэтому наставить, что именно благодаря этому только люди придут, этого нельзя никак. Ну, поговорите с теми, которые там, религия какая есть. Значит, Христос не сказал, что через чудо люди будут обращаться. Он показал свое величие. А дальше определенные люди были, через которых Бог действовал и исцелялись. Пантелеймон, чудотворец, Пантелеймон. Ну, с него было исцеление, но много ли такого было? Почему они так заволновались? А если бы это совершилось в храме, а такое было, исцеляет, покажи священнику, и дальше он тебя засвидетельствует. Вне храма, вот сейчас они за мной так и следят. А кто вас благословил? Я в храме пропадаю, я показываю. А на поездку кто благословил? Мы сейчас заедем в Тихию, поедем, мы везем воск туда и еще раз благословимся. Благословил Максим, Максим был. Когда он был там, я его попросил, мы едем на благовестие, благословите нашу машину. Ну машина-то не пустая, с нами, нас ну, никаких, он обрадовался. В чем на плохое дело едем? Ну подыскиваются. Мы благословенные Богом, согласно Слову Божию. У меня вставлена грамота, благословляющая на миссионерскую всестороннюю проповедь митрополита Виталия. Я ее выставил везде. А так это когда было? Так а что, благословение что? Как пироги прокисные нету? Если Бог благословил Авраама, то до конца мира. Так а евреи не такие, они благословены этот народ. И они выполнят свою миссию, так и здесь. Бог благословил идти на проповедь. Ну, это я сказал, эти люди ушли, вот, чтобы на наш сайт, на наш форум заходили. Когда говорят, что дело невыносимое и невозможно ничего сделать, у меня ответ один, еще ничего не начинали делать. Вы знаете, Новосибирская обувная фабрика, как называется немецкая, Вестфаль? Вестфалика. Есть какая? Вестфалика. Как? Вестфалика фирма есть. Ну да. Ну, там русские люди. Видимо, они сотрудничают с немецкой какой-то компанией. Почему они так назвали-то? Это Китай. А? Китай. С Китаем? А почему немецкое название?
Потому что они говорят, что они аналогичны, у них там оборудование немецкое. Ну, я не знаю, просто я спросил. Но дело в том, что когда Сибирский развал был, а они в это время производство, нашелся человек, который поднял, какие-то инвестиции были, и обувь, они всю Сибирь завалили. И не жалуются люди, берут-то. Но у него, значит, получают в 2-3 раза говорят, больше, но ни одной пьянки, ничего нету. При устройстве на работу расписывается. Значит, всегда находятся люди, которые даже в мирских делах, вот тракторный завод пытались же оживить в Рубцовске. Я знаю этих людей, они к нам приходили. Завод. Но Россия главных, которые умели это делать, при раскулачивании везде уничтожила. Поэтому все остались нахлебники. Пришел, 8 часов отработал, а потом домино колоти. А человек не на это призван, он должен работать. И работать и днем, и ночью. Так где молитва, и где как. Так что я вам наказываю, ищите таланты среди себя. А не так, а вот вас не будет, и все развалится. То есть уже заранее раньше. Ну дом построен. Вот вы находитесь здесь дома, дома этого не было. И вы знаете, хоть молитву иногда поминайте Баварина, мэра города Владимира. Вот. Живой еще Юрий Федорович, это прокурор края, которые были Петров, вице-мэр. Я выиграл суд этот, 11 лет шел суд. Ну, как бы они не помогли, ничего бы этого не было. Ну, выдали твою сумму-то какую-то, и до свидания. А мы здесь находимся. Издать эти книги без определенной финансовой поддержки, притом мощной. Все в интернете понимают. Вы понимаете, что такие книги стоят? И 38, и вы раздаете. Это помощь какая? Вам Америка помогает? Сейчас говорят, наконец-то узнали. Он говорит, тайный сотрудник ФСБ. А другие говорят, его снабжают муслимы, мусульмане. А сейчас, если спросить по названию, я могу мало назвать тех, кто помогал. То есть совершенно неведомые люди. Помогали, сбрасывали со счета. Я пошел прощаться в Алтайскую правду. И там есть Пургин, генеральный директор свободного курса, Юрий Петрович. Он, я посчитал, он помог мне с фотовыводами примерно на 250 тысяч. При моих-то 5500, что это значит? А они сами, говорит, там тоже в деньгах. Ни разу он не отказал. Я пошел к нему, я говорил, как вот там, не запускает его, нет. А вот он мне оказался. Он идет по коридору, он увидел, руки раскинул. Вот так. Надеющийся на Бога, написано, не будет постыжен. И откуда, и что придет, не знаем. А вы старайтесь быть участниками этого дела. Сейчас нужна помощь. Вот братьев будет по потолку, здесь ночевать. И чтоб было. Не забывайте моих голубей кормить. А. Можно вопрос, значит, брат Игорь, переводи внимательно, лишнее не переводи для друга. Настя обеспокоена, про Настю не говори ничего. Хорошо. Настя обеспокоена состоянием их стройки. Практически ничего не делает, а время идет. Боится, что в зиму останутся они без дома. Поэтому вопрос от всей общины, передай ему вопрос от всей общины. Мы просим сообщить нам, в каком состоянии его стройка. Мы просто беспокоимся о том, чтобы они вошли в зиму в новый благоустроенный дом. Пусть он нам скажет, на каком состоянии. Мы вправе спросить, потому что мы заботимся о нем и спонсировали их тоже в свое время. Кстати, сейчас спонсорские шасси практически никакие. Перестали давать. И вопрос. Так, кто желает что сказать? Успеет к зиме? К зиме успеет? Кто? Робота спрашивают. Ну все. Зима. Расскажи нам. Говорит, успею, все. Говорит, успею. Все, а что переводите? Бетон там начал объяснять, но... У меня мама говорила, ленивый человек говорит так, край вижу, завтра выжжу, а сегодня лягу отдохну. Ты, сынок, никогда так не делай. Мы край видим, но где там, за две огорода лишь пластаемся, чтобы дайте никогда не говорить так. А он говорит, край вижу, завтра выжжу. Нет, надо делать сынок, завтра не нашел. Он расслабился. Вот видишь, еще это, значит, 250-й. Так этому, который помогли, вот эти деньги, я ему на стройку подаю, которая подал мне его сынишка. Отдайте деньги эти. Деньги. Да, подожди минутку. Так, я к этому. А, нет, ты сделай, ты эти деньги сюда. Дело в том, что я отдаю. К этим деньгам я еще могу приложить еще доводы. Ему не надо отдать. Ему не надо. Отдай жене. Скажи, что велено только Насте отдавать. Я сейчас ему отдай. Ну, коробку положи или как? Положи. Нет, я поблагодарю.
поблагодарил, отдал. Все, на этом. Так, вопросов если нет, у нас сегодня будет здесь занятие. Давай, Сергей. У меня вопрос по лагерю. Скажите нам, напустим, на слово. По лагерю звонят. И приезжать хотят и из разных городов. Вы на месте принимаете все. Телефоны есть. Старший Володя Пащенко. Помощники должны быть. По лагерю подумайте сами, Татьяна, и на звонки в 3 часа у памятника Пушкину. Все известно как. Путевки выдавать я уже давал. Если надо, возьмите у меня объявление, кто бы в городе повесил, ну где вешать. Придите, возьмите у меня, и я вам дам объявление. Где-то они даже здесь лежат. Я сходил в газеты, отдал. Купи-продай, там должно быть. Меня везде приняли. О лагере. А сколько будет? Анна собирается из Канска, Красноярский край. То есть с разных сторон звонят люди. Недавно звонят они. У нас ребенок, это какие слова? Трудный характер. Переходной возраст. Но он недавно сам пошел и крестился. Я говорю, он курит? Да, курит. 13 лет, и что я с ним буду делать? Даже я, если в лагере был бы... Вы сами-то с ними будете, нет? Значит, вам спихнуть его только надо? Из детдома? Конечно, нет. Но я понял, вам она уже хорошая. Но лагерь это трудовой. Он не приучен работать. Он будет развращать только. Это взрослый уже человек, 13 лет. Ну, я не отказал, но она поняла, трубку положила и на этом все. Другая, она опекунша, точно так же стала говорить. И видно, далеко-далеко зашла она. Что-то наркотиками пахнет. А вы, может, что-то тут сделать? Да что, у меня исправительная колония, что ли? Ну что я могу сделать с ним? Он только приехал, коноплю хватает, карту подносит. Он уже определил свое место где. Он в бензиновом параме дышит. Звонит, но пока ни одного человека нету. Чтобы я мог сказать, что верующие родители, если много детей с родителями, можете воспитатели, ну знаете наши порядки. А он не подчиняется. Ну не подчиняется, тем более там батюшка есть, значит в этот же день обратно его. У нас в лагере физическое наказание есть. Я могу его крапивой отодрать. Но без меня никто не может этого делать. Никто. В лагере 42-й год. И ни один человек пальцем не имеет права трогать ребенка. Почему? А я побеседую, ничего не накажу его. Я крапиву положу ему, постращаю, ему достаточно, чтобы он наревелся. А уж если не понимает, тогда разговор другой. Злостный нарушитель, там матерится или что-то. И тем более дети в основном наказывают, которые члены нашей общины. У нас всякое было. Поэтому... Ну, надо смотреть. Лучше не добрать, чем перебрать. И раз вопрос задал, помогай. Ты нас определи сегодня, чтобы все было для собаки собрано. Он совсем не стал слушаться, когда я ему команду даю, отхожу, он прям срывается весь. Лежать он ко мне лежит. В прошлом году этого не было. Сидеть нет, я ему даю бегать по ограде, выведу, набегается. Команда выполняет даже несравненно хуже, чем в прошлом году. Прямо не сидеть нисколько выдержки нету. Вот призер. Я собаке говорю, хозяину говорю. Видимо, мало мне внимания было или что-то делал. Ну, ему только одно с палкой бегать. Загрызет тебя за пол. Он тебя даже не видит, одну палку видит. У него весь белый свет в копеечку. Но без него нельзя. Он охранник хороший. Я иду мимо, так он и стонется, и сплачется. Еще меня с собой не взял. Только говорить не может. Он у меня здесь находится сейчас. Так, вопросов нет, будет сейчас занятие. Трапеза. А. Скажи Андрею. Ничего не можем. Андрей не должен говорить. Я все сказал. Я могу только оттолкнуть его. Ну, просто надо понимать, сказать, не сказать. Главное. Ну, ты права. Сказал, но мне нельзя. Ну, все. Правильно, не Юра, сказать, сказать? Следите. Надя. Правильно. Так, поблагодарим Бога. Надеюсь, следите. Небо радуйся, и парки реку радуйся, твой сын воскресит тридневно гроба, и мертвые воздвигну вы, люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалим, славу Господню, мы тебе воссиян, и буйни не веселися сегодня. Чистая красуйся, Богородица, а восстанье Рождества Твоего. Милосердный Создатель, хвала Тебе за эти счастливые минуты общения друг с другом. Я прошу Тебя, верни наши паспорта. И к тому расположи сердца людей русских и нерусских, от кого это зависит. И путь наш да будет успешен.
Все это мы делаем ради тебя. Помоги все трудности с радостью перенести. Сохрани остающихся здесь. Посети невинно осужденных. Благослови Владимира и Леонида, неведомых нам. Дай им веру твою святую, дабы они не отчаялись в узах заключенные. Утиши мятеж на Украине, как угодно воле твоей святой. За все твои милости, щедроты, долготерпение, величит душа моя твое всемогущество. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Оставайтесь, тогда у нас отдельная молитва. Благодарю всех за молитвы. Сразу сказать. Что-то непонятно. Пока еще не... Себастьян, ты поедешь? Возьмешь? Да.